Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня будем готовить баранину. Очень интересный рецепт узбекской кухни. Баранина по-бухарски или вагури. В Узбекистане есть известный рецепт семечки. Это когда ребрышки мелко порубленные обжариваются в раскаленном масле. А есть еще рецепт бухарский вагури, где готовят из корейки. Сегодня мы взяли корейку молодого ягненка. Сейчас ее разделаем, нарежем и будем готовить. Для начала убираем с внутренней части жирок, в котором бывают лимфоузлы. И снимаем пленку с ребрышек. Удаляем спинное сухожилие и убираем плену с внешней стороны. Подготовленное нарезанное мясо перекладываем в миску. Из специй нам всего потребуется только соль, минеральной воды. Все тщательно перемешиваем и даем постоять минут 10-15, пока нагревается масло. Масло нагреваем до сизого дымка и отправляем наше мясо. Обжариваем первые 2-2,5 минуты. Ну, смотрим по цвету. Все зависит от нагрева масла. Достаточно. Для первой обжарки достаточно 2 минут. Даем масло вновь нагреться и отправляем еще раз на 2 минуты. В чем прелесть этого рецепта? Готовится быстро. Мясо получается снаружи хрустящее, внутри сочное. Масло нагрелось, отправляем мясо повторно и обжариваем до готовности. Чем мне нравится, минимум специй. Посолили мясо, постояло 10-15 минут. Масло раскалилось, обжарили первый раз. За то время, пока мясо отдыхает, я порезал помидорки, базилик, помолол кориандр, нарезал зелень с лучком. Для этого блюда минимум ингредиентов. Все готово. Наше мяско готово. Выкладываем. Дорогие друзья, вот такое интересное, вкусное блюдо из баранины. Называется вагури по-бухарски. Можно приготовить, но буквально на все приготовление у меня ушло где-то около 2 минут. На каждую прожарку, плюс пока масло нагревалось, еще прошло пару-тройку минут. И на сервировку
Ну и разделка мяса занимает не так много времени. Зато получается вот такая вот вкусная красотень. На любой праздничный стол будет просто прекрасно. А мясо хрустящее снаружи и мягкое внутри. Приезжайте на дачу, и через 30 минут у вас готовое праздничное блюдо. Не надо разжигать мангал, угли. Достаточно зажечь печь, казан, разделать мясо и пожарить. Вкуснота. Не зря в Узбекистане это блюдо назвали в народе семечки. Невозможно оторваться. И готовится быстро. И хрустит, как семечки. А на этой вкусной ноте, друзья, хочу поздравить всех тех, у кого сегодня день рождения. Желаю вам здоровья, счастья, тепла и уюта в ваших домах. Здоровья вашим детям, родителям. Будьте здоровы, будьте счастливы. Любите ближних и будьте любимы. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых рецептов. Всего хорошего. С вами был Волоха. Пока.